Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Farmer Simulator 15 на карте один российский край. Ну и продолжаем с вами нашу карьеру, развитие, покупку новых полей, новой техники. Ну и сегодня у нас такое продолжение. В общем, купил я еще одно поле. Поле номер 17. Вот это вот большое. Давайте его снова продемонстрирую. Вот здесь вот оно у нас находится. Ну давайте вот если вот так включить. Вот оно, это новое поле, которое я сейчас приобрел. Ну и также давайте вам сразу расскажу, что же мы сделали за кадром и что изменилось с прошлой серии. Ну, закончили уборку всех полей по северной стороне реки. То есть 8-е поле убрали, 7-е, 6-е, 5-е и 4-е. Причем 8-е поле уже закультивировали. 7-е поле мы вспахали. Как вы помните, я говорил, что мы будем перепахивать одно из полей при уборочной. И вот сегодня надо отправить туда будет трактора, которые будет, там будут культивировать. Ну и 6-е, 5-е, 4-е поле у нас убраны, но не закультивированы. Туда тоже надо будет отправить трактора. После, чтобы они тоже продолжили культивировать. Купил вот 17-е поле, его нужно тоже культивировать. И также у нас остались неубранные поля 13, 14, 15 и 16. Эти поля у нас с кукурузой. Давайте, кстати, посмотрим, сколько же у нас кукурузы, потому что нужно принять решение 211 тысяч литров. Тогда давайте, знаете, как мы сделаем. Мы 13-е поле большое будем убирать на силос нашим силосным комбайном, а 14, 15, 16 будем убирать тогда просто комбайнами на урожай кукурузы. Так, ну что же, садимся с вами в нашу Ниву и возвращаемся на базу. Так, всю технику я вроде как собрал на базу. То есть у нас, в принципе, остались только там на полевом стане стоять косилка. А возле первой силосной ямы стоит трактор К-700 с погрузчиком. А так, в принципе, смотрите, вся техника у нас стоит сейчас на базе. Так, сейчас заедем, я вам все продемонстрирую. Давайте Ниву где-нибудь вот здесь поставлю, наверное. Так вот, оп. Ну вот, наша техника, ничего в принципе не изменилось. Также стоят наши два МАЗа. Тут стоят два КАМАЗа, там еще КАМАЗ. Комбайны пока так расставил. Не очень, может быть, аккуратненько. Все тут чуть-чуть мешается. В общем, вот они, два комбайна уже с жатками для кукурузы. То есть наш новый класс. И Ростельмаш Дон 1500Б. Вот, сейчас мы на них отправимся убирать кукурузу. Ну, тут стоит трактор, там стоит наш РСМ, по-моему, 1403, который силосный. К нему мы тоже прицепим жатку для уборки кукурузы на силос. Она у нас где-то здесь лежит. Ну и будем убирать кукурузу на силос. Так, ну какая-то из этих, я думаю, что вот это, скорее всего. Также у меня вон там под навесом стоят еще трактора. Также видите наши два трактора производства Харьковского тракторного завода. Это Т-150К и ХТЗ-17221 уже с зацепленными культиваторами отправятся у нас культивировать. Тут у нас стоят два наших МТЗ-82 с распределительными удобрениями полными. И также уже подцеплено к 20-22-5 сеялка. Но первоначальным этапом нам нужно отправить наши два комбайна убирать кукурузу. Так и поступим. То есть сначала отправимся убирать кукурузу на наших комбайнах. Будем работать с какими-нибудь грузовичками. Может быть, два МАЗа отправлю. Скорее всего, так и сделаю. Или два КАМАЗа отправлю. Сейчас мы решим, то есть на чем мужики, водители поедут работать. Вот, так что сейчас заведем, прогреем
и отправимся в путь. Так, ребята, ну вот, отправляемся с вами в путь на ту сторону реки и будем там убирать кукурузу нашими комбайнами. Так, что там, едет? Не отстанет? Это тут у нас крейсерская скорость, я так понимаю, побольше будет. Ну да, 30 км в час. Да он так быстро не ездит. Уже отстал, да? Ну, сейчас доедет, ничего страшного. Так, вот эти вот маленькие поляны. Сейчас будем с вами, давайте я сразу включу, чтобы разложить. Будем убирать на просто кукурузу, на урожай. А вот то большое с вами уберем на силосно, потому что нужны деньги, чтобы купить новую технику, новые поля. Поле номер 9 я купить и накопить на него так и не смог. В общем, ребят, приступаем сейчас к уборочной и будем копить деньги, продолжать работать. Так, буду, наверное, с этого края. Вот так вот сейчас пойду. Так. Так будет удобнее просто. И там уже как-нибудь будем работать, отрезать. Как урожайность. Ну, слабенько набирается, но в принципе неплохо, да? Ну, там, кстати, он ушел туда работать, у нас Дон. На Доне у нас Николаевич. Так, и что бы мне теперь... Так, давайте я, наверное, отрежу вот так вот теперь. То есть сейчас уберем вот этот маленький клочочек, а потом будем убирать большие. Так... Грузовики пока к нам не приехали, но они нам, в принципе, пока не нужны. Чего мы только приступили к уборочной. Бункеры пока набьются, еще очень долго времени пройдет. Так. Тут очень опасно, можно помять комбайн. Но я как бы сейчас вырежу то, что мне надо, а потом просто буду ходить именно туда, в тлинку. Так, езжаем назад. Все, пускаем. Ну и продолжаем заниматься вот так вот уборочной. И вот этот прогал я сейчас использую как место для разворота. То есть буду ездить в ту сторону, убирать урожай. Так, как с наполнением? Ну, уже 2 тонны. Это неплохо. Вот, смотрите, тот кусочек остался, и этот кусочек. И вот так вот сейчас мы приступим и будем его убирать.
Так, забрался в КамАЗ тем временем. Ну и давайте его отгоним туда к комбайнам. Они там уже практически наполнились. Ну и первый рейс такой сделаем сами. Выгрузим их сейчас. Так, пройду я здесь. Прошел. И зажатку не зацепил. Все, в общем, нормально. Так. Машины все чистые, все помыл. После уборки вот этих полей, потому что не было видно ни кожи, ни рожи. Знаете, такую поговорочку. Ну, просто было реально очень все чумазы и КамАЗы. Комбайны. Замотался отмывать, такая очередь стояла. Так, поэтому все чистенько. Ну, там комбайн тоже практически наполнился. Как у нас тут дела с этим комбайном обстоят? Еще не стоит. Так, ему еще один проход делать надо, да? Или он уже встал? Так, этому комбайну еще один проход делать. Давайте мы сейчас тогда вот тут прям встанем, с этого краешку. И встретим его. Сейчас он прям к нам и подойдет. Так. Подъезжай, подъезжай, дружище. Ну. И заглох. Закончил работать. Так, выгружаемся. Выгрузка тут достаточно долгая на этом комбайне. Ну, там и тот, кстати, встал. Тоже надо будет его разгрузить. Ну, вот и сейчас будет удобно убирать именно вот этот большой клок. Сейчас буду только ходить теперь с севера на юг. Или с юга на север, как кому удобнее. Ну, точнее, может быть, даже не я буду работать, а просто посажу водителя рабочего, который будет этим делом заниматься. Долго-долго выгружается. Кстати, давайте залезем, посмотрим, тут же идет, да, таймер. 3800, 3700. Ну, просто на этом комбайне настроил, ну, реалистичную там выгрузку, не помню, сколько литров там в секунду. Но это очень долго теперь происходит. Хотя ближе к реализму. Надо на всех комбайнах так будет замутить. Настроить, чтобы ближе к реализму было. Потому что везде как-то используют, как по дефолту, ставят везде. Там то ли 100, или 200 даже литров. Поэтому разгрузка происходит безумно быстро. А здесь, смотрите, долго выгружается. Там уже такая кучка на КамАЗике. Я думаю, еще должен бункер влезть с дона. Обязательно сюда. Так. Поехали. Убираем трубу. Ну и теперь у нас комбайн будет работать в эту сторону. Так вот. Поэтому я тут такой отрезал прям ровную загоночку, так скажем. Все. Продолжаем работать. Так, ребята, ну вот полный у нас КамАЗ. Разгрузили мы дон. Ну и что, поехали выгружаться. Так, где тут у нас близкая дорога? То вот здесь вот она, да? Да, вот так вот выезжаем с грунтовочки. И погнали на базу. Все, видите, пошла работа. КамАЗ, конечно, бегает с рабочей скоростью побыстрее, чем дон. Тут у него так шустренько получается все это дело. Так. Они заедут там, чтобы здесь пробку не собирать. Точнее, не пробку не собирать, а между техники не лавировать. А тут прям открыто, ворота открыты, заезжай спокойно.
и разгружайся. Так. Все, выгрузку закончили. И возвращаемся туда к комбайнам, ребят. Надо, кстати, сейчас мужиков отправить в поля культивировать. На тракторах. Конечно, общая вся культивация, я думаю, будет за кадром. Потому что, ну, это реально скучно, неинтересно. Так, подъезжаем. Тут что-то, смотрите, косячит. Почему он тут не все вырезал? Смотрите. Ну, захотелось ему, знаешь, почему-то так. Ну, ладно. Потом обязательно уберем. Так. Ну и стоим, ждем, пока у нас опять будут полные бункеры. Тем временем отправляемся культивировать. Как видите, он там уже, Николаевич, по тому краю приступил к культивации поля номер 7. Ну а я отправлюсь и приступлю немножко к культивации поля номер 6. Потом посадим сюда тракториста, который будет работать, культивировать. Ну а сам я еще отправлюсь туда к комбайнам. Будем загружать КАМАЗ из бункеров и вывозить с вами опять же сюда в хранилище. Спрос у нас пока нету никакого интересного. Там есть спрос на свеклу, но у нас ее нету, ребят. Так, потому что у нас была техника уборочная только для картошки. Для свеклы у нас пока не было, поэтому мы ее не сеяли. Все, пошло у нас дело. В общем, продолжаем, ребят, работать. Так, ну вот уже вторая машина. Поехали разгружаться. То есть разгрузил я и тот наш комбайн класс, и то. Ну, тут осталось-то совсем чуть-чуть. Так, это получается, если сейчас вторая машина. Ну, я думаю, будет еще где-то две машины. То есть всего 4 машины. Итого 200, там у нас было где-то 214 тысяч. Ну, пускай будет грубо 260, да, если я так примерно прикидываю. Ну, я думаю, этого достаточно. Остальное тогда кукурузу мы с вами зафигачим на этот, на силос. Я тут уже чуть-чуть подготовился, видите, к трактору прицепил прицеп камазовский. То есть этот трактор у нас будет возить сечку в силосную яму. Почему именно трактор, а не КАМАЗ? Потому что КАМАЗы, у КАМАЗов, ну, у МАЗов есть такая проблема, что они просто не могут потом заехать на большую кучу то этого силоса, который там, ну, будет лежать в силосной яме. И как бы, ну, будут буксовать, вот это будет проблема, их надо будет как-то вытаскивать. А трактор все-таки полный привод, и я думаю, затащить цеп не заставит огромного какого-то труда, усилия на эту силосную кучу, так скажем, которая будет в яме. Вот. Ну и также уже выгнал наш комбайн. Сейчас я вам покажу. Вот он стоит, к нему прицепил уже жатку необходимую для среза кукурузы. Вот у нас там, правда, есть еще большой прицеп, но это я не знаю. У нас, в принципе, пока нету трактора, который бы смог его таскать. Хотя можно, в принципе, этим таскать, но этот тогда трактор будет его очень тяжело затаскивать на силосную кучу, которая будет лежать в силосной яме. То есть тоже будет неудобство. Так, ну все, ребята, стоим теперь. Ждем опять же, пока наша компания загрузится. Ну и за кадром сейчас покультивируем. Также уберу вот эти все куски. Вот. А с вами увидимся в следующей серии. Смотрите другие видео на моем канале. Всем удачи, всем пока. Ну и до новых встреч.